Доброго всем времени суток. Здравствуйте, уважаемые искатели. Хочу поделиться с вами информацией о научно-религиозном открытии. Заключается оно в следующем. Все мы знаем знаменитый мировоззренческий символ Инь-Янь. Он происходит из культуры Востока и позиционируется как знак равновесия. И имеет контрастную визуализацию дуальности черного и белого. На самом деле, все мы знаем, что плохое и хорошее природа отсутствует. Это чисто человеческое. У природы нет плохой погоды. Всякая погода хороша. В моих руках устройство, отождествляющее данное явление. Оно имеет округлую спиралевидную форму, асимметричных витков, соединенных внутренней S-образной петлей. Иными словами, это не что иное, как знак равновесия. Иначе говоря, в природе данное устройство несет функцию двухсторонней скрепки. И проявляет новое свойство скобы. Скрепление двух начал. Дао пусто. Но в применении неисчерпаемо. Видится данное явление, ответит многим на многие вопросы. И в области свободной энергии. Применяемые в разработках и технологиях Тесла. Проблеме временно-пространственного континуума. Кротовы дыры, ауры. Ответит на многие вопросы истории славянской культуры и древних знаний Руси. Возможно, заглянет в глубины бытия и небытия, явленного и неявленного. Здесь представлен серебряная пластинка с изображением славянского Инь-Янь. Спираль. Этот браслет 12-13 века, раскопанный на Стрелецкой улице Киева.
Уверен, следует поделиться еще, наверное, одним аспектом данного явления. Построением, кодом построения материи по образу и подобию. У меня есть другая скоба, скрепка. Она сделана из проволоки и золота, дабы легко могла гнуться. Все буквы плоскостного письма – это проекция на плоскости пространственных объемных многомерных объектов на всех уровнях мироздания. Данное устройство является объемной спиралевидной моделью. И представляет собственную данную проекцию на плоскости. Все мы слышали о сакральных символах, рунах или иных знаках передачи знаний. В моих руках распечатка одного из старинных славянских названий азбуки вообще – буквицы. Означает от латинского начальник, инициирующий, инициация, посвящение. Да-да, именно это сейчас с вами происходит. Буквица Ижа мера времени. Иначе говоря, временной переход. Последняя буква в алфавите. Простота да сопутствует нам везде. Особенно в вере, надежде.